прежде чем заняться каким-либо бизнесом, надо оценить конкурентную обстановку и найти свободные ниши. Сегодня в студии мы выясним, как найти свою нишу перед стартом. В качестве примера рассмотрим стоматологический бизнес. Это ток-шоу «Бизнес-среда». Я Марина Романова. Поэтому наши эксперты – это люди, которых многие боятся с самого детства. Знакомьтесь. Татьяна Садовничая, директор, врач-стоматолог сети стоматологических клиник «Гранти». Арарат Караханов, врач-стоматолог, начинающий предприниматель. Дионис Марабаев, врач-стоматолог, хирург-имплантолог муниципальной поликлиники номер 3. Александр Скибинский, генеральный директор стоматологического центра «Династия С». Продуманный до мелочей бизнес-план – это залог успеха любого бизнеса. Арарат, вы у нас предприниматель начинающий. Насколько я знаю, вы долго работали в частной клинике, а потом решили все-таки открыть свой частный кабинет, заняться собственной практикой. С чем это было связано? Заиграли амбиции? Ну, хотелось, конечно же, себя попробовать в роли руководителя своей клиники. Какие-то доработки, которые я, имея опыт работы, большой опыт работы в клинике, частной клинике общей, где именно было отдельное стоматологическое отделение, хотелось как бы сделать именно направление именно стоматологии, полностью его охватить там в своей клинике непосредственно как бы. Ну и, конечно же, и амбиции. Без амбиций никуда в нашей жизни, в нашей конкурентной среде. Мне кажется, что без амбиций лучше как бы вообще как бы профессиональной деятельностью не заниматься. А кто вам составлял бизнес-план? Вы же наверняка уже там приступили. Ну, безусловно, есть очень много знакомых, очень много друзей, которые в этой среде как бы многие друг друга знают, как бы, и не жадные на информацию, помогают друг другу, как бы, несмотря на определенную конкурентность, но у каждого свои пациенты, как говорят у нас, да. Поэтому частично, имея определенный опыт, изучив опыт других клиник, и, конечно же, придя к тому, что нужно занять свою нишу и настроиться на определенные цифры, свои цифры, как бы, да, тут как бы совершенству нет предела, и можно бизнес-план этот растянуть и сузить. То есть что ты преследуешь, и какой масштаб клиники ты хочешь открыть? Все зависит от этого. На начальном этапе сколько планируете вложить? Вы там просчитывали? Как, вот такой вопрос. Ну, знаете как, аппетит приходит во время еды, как бы, да, и цифры – это такая вещь, которая, вы знаете, на рынке оборудования, на рынке недвижимости, то есть все зависит от того, что это за ресурсы. Привлекаешь ли ты ресурсы частных инвесторов или же какие-то собственные силы вкладываешь в это, да, как бы в собственные ресурсы. Все зависит от того, какой уровень оборудования ты покупаешь, какие направления деятельности ты хочешь как бы охватить. Оборудование, я так понимаю, импортное. Вы знаете, что очень, да, печально, что на рынке российское оборудование, ну, на данном этапе, ну, как бы, не может конкурировать, ну, не получается. Мы все это объективно понимаем. Это прискорбно, но это факт. Это факт, то, что, может быть, какие-то мелочи и приобретаем мы российские, но это незначительно. Хорошо, тогда вопрос денежный адресую Александру. Вы на рынке уже 3 года, то есть стартовали, в принципе, не так давно. Все-таки, может, вы все-таки поделитесь, сколько вы вложили? Значит, что касается инвестиций, здесь можно сказать следующее. Правильно вот заметил коллега, что, безусловно, все зависит от масштаба клиники. Например, если говорить, да, об открытии небольшого частного кабинета, да, где одна стоматологическая установка, то, в принципе, если у вас помещение будет в аренде, да, в принципе, вам, может быть, хватит и миллиона. Да. Далее, если вы думаете о каком-то масштабном проекте, да, если вы хотите купить помещение, да, либо вы вообще хотите купить земельный участок и построить на нем клинику, соответственно, здесь объем инвестиций может, да, исчисляться там десятками миллионов. Вот. И что хотел еще сказать. Безусловно, нужен бизнес-план. Все нужно просчитывать, потому что стоматологическая практика – это лицензируемый вид деятельности, и, соответственно, здесь законом предъявляется очень много требований. Да, как ваше помещение, какую квадратуру должно занимать, да, какими материалами отделано.
должно быть соответствующее оборудование. То есть очень много нюансов, которые влияют на цену. Эксперты посчитали, что ростовский рынок на 90% состоит из частников. Причин называется очень много. Одна из них – это сложная ситуация в государственной поликлинике, проблемы с финансированием, с кадрами. Дионис, вы работаете именно в муниципальной городской поликлинике. Все-таки, на ваш взгляд, за счет чего сейчас могут конкурировать госполиклиники с частными? Ну, вы знаете, с цифрой 90% я уже не согласен, потому что, зная объем работы изнутри, цифры немножечко другие, гораздо больше пациентов проходит через муниципальные учреждения, это однозначно. Вот. По поводу того, чем могут конкурировать и как. В принципе, если в госучреждениях не оказывали бы тот уровень помощи, не давали бы пациентам, которые есть в частных системах, то уже были бы неконкурентоспособные. До недавнего времени я думал, что ну, действительно это так. То есть как бы поликлиника – это немножечко другое. Но поработав там, я понял, в принципе, любого уровня и сложности услуги оказываются в муниципальных учреждениях. Плюс финансирование и эти проблемы, конечно, они есть. Да, здесь не скроешь. Но на сегодняшний день лично я в своей работе ну, не испытываю никаких проблем. Снабжение полное, то есть все, что необходимо, у нас есть. Любого рода сложности хирургические, ну, это мой род деятельности, да, то есть я могу именно на своем опыте сказать. То есть мы оказываем абсолютно любые услуги, можем оказать, да, то есть технически у нас для этого есть все. Ну и, видимо, голова и какие-то мануальные навыки наши. Татьяна, вот на ваш взгляд, все-таки для вас составляет конкуренцию госполиклиники или это совсем другой абсолютно пласт? Но сказать, что это другое, очень сложно, потому что все мы врачи, и, в общем-то, мы даем одинаковые услуги, именно врачебные. Вопрос именно в обслуживании пациентов, в приеме и в некоторых таких моментах, как финансовых, скорее всего. Пациенты, вот у меня недавно пришла пациентка, которая сказала, как приятно получить документы в кассе, что я все оплатил, а не класть куда-то в ящик. Ну, видимо, ей так не повезло, она попала в муниципальный клиники. Занять время у врача столько, сколько нужно на лечение. А со стороны руководства я хотела бы сказать, что врачи имеют возможность обучаться там, где они хотят, за любую сумму денег и привносить эти все знания уже в частной клинике, потому что в муниципальной, насколько я знаю, все равно нужно проходить определенные стандарты. Покупать, допустим, материалы только там, где можно. Мы просто нам в клинике в центре занимаемся ОМС и видим эти все ограничения. Нельзя купить материалы, которые не разрешает государство. Нельзя пройти обучение, которое не разрешает именно вот эти органы. Поэтому именно по качеству врачебной помощи, наверное, все мы выходим одинаково из одного университета, но дальше приобретаем знания. По сути, частная клиника дает больше возможностей на обучение, и административный ресурс приходит пациент, когда в клинику может записаться, попасть к доктору, пролечиться час, пройти полную диагностику, поговорить с администратором, чтобы ему ответили на все вопросы. Я вчера в Фейсбуке выложила вопрос, чем отличается именно для пациентов, и все написали, первое – это отношение, предельно открытое финансовое отношение. При всем при этом нету муниципального бесплатного практически лечения. Все равно они все оплачивают. Но крайне редко знают, что цены практически везде одинаковые. Мы закупаемся все в одних местах. Но в частной клинике больше продуктов, чем можно пользоваться. Ну, мое такое мнение. Несколько лет назад в Ростове росли как грибы частные кабинеты. Многие из них сейчас успешны, другие, наоборот, потерпели фиаско. Вот на ваш взгляд, в чем причины неудач у начинающих предпринимателей и какие нюансы таит в себе стоматологический бизнес, Александр? Значит, ну, по неудачам в стартапах я бы, наверное, выделил 4 основные причины. И первый из них я бы назвал плохое или неудачное местоположение. То есть выбор места размещения клиники очень важен на самом деле в этом вопросе, потому что если вы откроете, допустим, клинику, да, где
в этом районе фактически нету клиентов, да, ваших потенциальных пациентов, то к вам, соответственно, никто и не придет. Вот. Далее, транспортная доступность тоже имеет очень важное значение, потому что для пациентов важно, чтобы им было удобно, понимаете, они должны либо приехать туда на общественном транспорте, либо у них должен быть личный транспорт, тогда должна быть парковочные места, да. Следующую причину я бы назвал, это, безусловно, некачественные услуги стоматологические, потому что и здесь есть целый ряд проблем, да, он связан с врачебным составом, когда люди на самом деле все разные, да, все мы учимся, но не все одинаково качественно могут работать. Вот. Что касается еще маленьких именно кабинетов, да, и клиник, то их проблема является отсутствие широкого спектра услуг стоматологических, потому что, например, небольшой кабинет, он может оказывать услуги только, да, в рамках одного направления, грубо говоря, только терапевтическая помощь, да, или ортопедическая помощь. А сегодня клиенты, например, они хотят прийти в клинику, где бы они могли получить полный спектр стоматологических услуг. Вот. Еще одной из причин, значит, неудач можно назвать высокую конкуренцию. Безусловно, сегодня на рынок заходят и крупные клиники, и сетевые клиники. И за счет того, что они имеют большие обороты, они имеют возможность делать низкие цены, да, значит, продавать свои услуги, грубо говоря, по себестоимости. Вот, поэтому с ними, безусловно, тяжело конкурировать маленьким клиникам. Вот. И также еще одной проблемой у небольших клиник является отсутствие стратегии продвижения. Как правило, с небольшими бюджетами вы не можете потратить много денег на рекламу, либо вообще их не тратите. Вот. И основным каналом для привлечения клиентов у вас является, соответственно, сарафанное радио. Но если рядом открывается конкурент, который может вкладывать деньги в пиар, в продвижение, да, в рекламу, то, соответственно, очень большая вероятность, что он заберет у вас часть клиентов. Лучше открыть клинику в спальном районе или же в центре? Вот. Вы знаете, здесь однозначного ответа, ну, сложно дать, как говорится, потому что вот мы, например, открыли клинику в спальном районе. И, в принципе, мы довольны этим местоположением, потому что спальный район, на самом деле, имеет свои преимущества, потому что люди там живут, им удобно, то есть им близко к клинике, не надо никуда ехать. А в центре сегодня, на самом деле, да, ну, люди многие работают, но тоже есть определенные проблемы, те же проблемы с парковкой и так далее. И я так понимаю, ранее пациенты приходили в основном за лечением. Ну, заболел зуб, острая боль, и пришли в клинику. Сейчас больше уделяется внимание эстетике. Там все следят за своей улыбкой. Вот, Арарат, вы все-таки считаете свою клинику сделать узкопрофильной или все-таки многопрофильной? То есть на чем, какие услуги вы планируете предоставлять, чтобы удовлетворить спрос своего клиента? Это такой вопрос, на который, в принципе, знаете, неоднозначный ответ можно дать, да, потому что мы все не стоим на месте, мы все хотим развиваться, все ищем пути развития, и говорить о том, что кто-то удовлетворен вот, своей клиникой и так далее, не думает о чем-то более масштабном и грандиозном, и какие-то, не хочет какие-то новшества, направления новые, да, которые, откровенно говоря, ну, имеют спрос в обществе и могут принести прибыль, и могут, как бы, имеют перспективу. Поэтому, безусловно, хочется... Все зависит все-таки от возможностей и от квалификации кадров. То есть хорошие доктора, они просто так... Знаете, как бы, ну, их сложно найти, они где-то заняты уже. Поэтому переманить хорошего доктора, чтобы это был специалист, профессионал с определенной клиентской базой и работающий долго в этом направлении, там, который придет не просто только окончивший студент, который будет набивать руки, да, в твоей клинике, и как бы и с ним возникнут сложности. Хотя есть талантливые молодые люди, которые очень перспективный. Поэтому, безусловно, хочется охватить основные направления в стоматологии. Какие? Это, безусловно, это хирургия, ортопедия, эстетическая стоматология, ну и такие направления, как детская стоматология и ортодонтия. То есть то, что необходимо в каждой семье, взрослым, детям, которые красиво хотят улыбаться и кушать без боли. А мнение представителя государственной поликлиники мы послушаем после рекламы.
Как понять, есть ли ниши для старта? Говорим об этом с нашими экспертами на примере стоматологического бизнеса. Дионис, а в государственную поликлинику в основном с какими услугами приходят? Понимаете, на сегодняшний день в поликлинике оказываются все услуги абсолютно. Прекрасного качества, абсолютно конкурентоспособного, потому что так или иначе всегда в любом госучреждении может быть доктор с золотыми руками, так и в частной практике может быть доктор, ну, так скажем, с корявыми руками, да. Вот. Ну, очень сложно посчитать, я не статист. Вот. Но, естественно, как правило, большинство приводит боль и в меньшей степени, да, какая-то эстетика там, какие-то личные потребности, желания, вот, так скажем, навести красоту. Бытует мнение, что семейный бизнес – это большое испытание для отношений внутри семьи. Татьяна, у вас общее дело с родителями. Компания на рынке уже более 25 лет. Вам не страшно было начинать семейный бизнес? И как вы делите ответственность? И все-таки плюсы и минусы общего дела? Ну, на самом деле хочу сказать, что это очень большой плюс прежде всего. Когда вы спросили страх по поводу начинания в семейном бизнесе, я практически со школы в нем, и страха тогда у меня не было. Мои родители, они очень долго работали в муниципальной клинике, и папа был руководящий, имел должность, и он знал, что он хочет. У них были очень хорошие отношения с пациентом, потому что они, в общем-то, были качественные стоматологи и разного профиля. Папа ортопед и хирург, мама терапевт и хирург. И когда они открывали клинику, в общем-то, ниши в основном были заняты. Плюс папа очень хорошо разбирался в технической лаборатории, ну и сейчас в том числе. Когда подрастали мы с сестрой, мы в этом жили. То есть мы это видели постоянно при открытии клиники, это были 90-е годы, мы находились постоянно там. Поэтому сказать, что это было страшно, нет, это было интересно. Большой очень минус – это разговоры дома только о работе. Потому что с родителями невозможно было поговорить о чем-то личном. У нас всегда и до сих пор существует... домашние разговоры уже с теми, даже кто не относится к стоматологии, они все знают. Это большой минус. Большой плюс через много лет в семейном бизнесе, что мы, опять же, продолжаем развиваться в разные стороны. И тут мы поделили свою иерархию. То есть у нас 4 руководителя, которые занимаются отдельно терапией, ортодонтией, хирургией, ортопедией. Плюс у каждого свои задачи в экономическом плане. Так как родители в силу своего возраста стали старше, мудрее, они больше занимаются руководством и какими-то бумажными делами. Но при этом они также стоят немного на приеме, но очень много консультируют своим опытом пациентов, врачей. Мы с сестрой немножко другие области стали разбирать, и поэтому стало легче. В общем-то, здесь просто правильно нужно разграничить задачи, чтобы каждый выполнял то, что ему под силу. У нас это получилось. Финансы, все-таки кто у вас заведует? Изначально, когда все открывалось, это был папа Анатолий Петрович. Далее приняла эстафету Тамара Даниловна. Сейчас в основном занимается она, но уже потихонечку перехожу я. Лечебной частью занимается моя сестра Ольга Анатольевна. И в большей степени что-то новое там, в хирургии или где-то, это тоже делает она. Арат, вы не планируете себе в помощь взять кого-нибудь из родственников? Вы знаете прекрасно, что у коллеги такая династия, как бы семейная, да, образовалась в этой сфере. Это замечательно. Но не у всех есть такая возможность. И вот. Ну и потом, мне кажется, что успех, важен успех дела, а не какие-то родственные связи, которые должны обязательно переплетаться на работе. Возможно, где-то это большой плюс, как я сказал, и я как бы поддерживаю этот плюс. Но есть и определенный минус, да, как бы, ну и где-то и отдыхать друг от друга нужно, и чтобы дома не говорили только о работе, да, как бы работа оставалась на работе, а дома и в исключительных случаях какие-то моменты обсуждались, которые необходимо обсудить. Вот, поэтому все только лишь на основе конечного результата. Успех дела должен диктовать все остальное. Имя клиники во многом зависит от репутации, профессионализма врачей. Многие пациенты даже кочуют из одной клиники в другую, если вдруг там врач переходит. Да? А сейчас сложно ли найти профессионала? И где вы подбираете кадры, Татьяна? Ну, за
весь период времени это было по-разному. Изначально, когда закончилась, скажем так, эра муниципальная и перешли наше первое руководство в частную клинику, очень много перешли из муниципальной попробовать, что это. И это было, как мы уже говорили, прекрасное время, когда не было ни конкурентов, ничего, и все врачи находились в этой клинике. Далее, когда стали открываться параллельно другие клиники, врачи стали уже более выборочно искать, куда им пойти, то ли это финансовая часть, то ли это оборудование клиники или еще какие-то. У нас очень высокие требования, не все врачи задерживаются. И на сегодняшний день мы уже научились подготавливать молодых специалистов к тому моменту, если какой-то из врачей уходит или не остается в клинике. У нас есть всегда возможность самим встать на прием. Это самое важное, то, когда вот большой плюс в семейной клинике. И далее уже подучающиеся какие-то студенты, даже не студенты, они начинают от студентов у нас ассистировать, приходят, помогают, смотрят, и потом уже сразу после университета становятся на прием, в принципе, с хорошими руками, у них все получается, мы их сами обучаем. И вот такой идет процесс становления новых специалистов. Как вы находили кадры? Переманивали? Вот что самое интересное, да, Татьяна сказала, что можно взрастить, это действительно, так сказать, один из способов получения специалистов. Но мы на самом деле пользовались другим. Я его назову, наверное, дружественный клич или сарафанное радио, я не знаю. В принципе, врачи, особенно врачи-стоматологи, да, специалисты узкого профиля. И, как правило, многие друг друга знают, многие общаются, встречаются на конференциях. Вот. И за наше время, да, работы, вот, например, мы ни разу там, я не выкладывал объявления там, да, на HR-порталы, да, Headhunter, там, Superjob. Вот. Всегда мы спрашивали как бы свое окружение, да, своих тех же врачей, да, даже тех, которые, может быть, уходят куда-то. И специалисты находились вот по сарафанному радио фактически. То есть это очень такой эффективный способ, на самом деле, поиска хороших сотрудников. Безусловно, мы также смотрим на молодых специалистов, которые, да, вот заканчивают институты. Все мы понимаем, что после студенческой скамьи, да, человек сразу не становится на прием. Там. Понятно, что он устраивается ассистентом врача-стоматолога какое-то время, да, там, обучается работе, смотрит, как делает это старший коллега-врач. Вот. И, соответственно, потом, через определенное время, такие люди становятся врачами тоже. А из чего складывается зарплата врачей? Это какая-то фиксированная часть или проценты? На сегодняшний день, да, существует как бы две схемы, да, в оплате врачей. Это либо оклад, либо, соответственно, отдельная форма оплаты труда, когда врач получает определенный процент от того объема работы, который он выполнил. Соответственно, вот эта схема, она сегодня преобладает. Ну и все-таки в заключение... Ваше мнение, все-таки есть свободные ниши вот на вашем рынке? Или молодому начинающему предпринимателю все-таки лучше не идти в этот бизнес? Татьяна. Ну, я считаю, что всегда ниши есть, потому что вы спрашивали про эстетическую стоматологию. Изначально, конечно, мы видим только при улыбке результат того, что получилось. А с какими силами пациент и врачи шли к этой улыбке? Изначально нужно хорошую, качественную диагностику всех специалистов клиники, чтобы это были и ортопед, и ортодонт. Не может быть здоровая, красивая улыбка, прежде не... прошедшие качественной диагностики. То есть это реально очень большой труд. У нас сейчас в основном очень сложные пациенты. И вот мы, на сегодняшний день мы всегда какую-то нишу находим, которой нигде нет. Вот, допустим, наш челюстно-лицевой хирург Тимушева Ольга Анатольевна занимается скуловой имплантацией, которая здесь, в Ростове и, в принципе, в Южном регионе никто не занимается. Именно той компанией, которой она использует имплантаты. Пока мы нашли эту нишу, дальше мы уже роем, ищем, и, в общем-то, я думаю, что всегда можно что-то найти, потому что подготовка пациента с каждым годом усложняется. Очень новые появляются материалы, и, в общем-то, и осложнения после того, как до этого лечились, и нужно постоянно что-то искать новое. Я считаю, что нишу можно найти. Александр? Безусловно, поддержу я коллегу, поскольку сегодня есть еще место для начала нового дела. Единственное, я хочу сказать, что рынок сегодня, конечно, уже не выглядит как раньше. Это не голубой океан, где практически нету конкуренции. Сегодня это больше, на самом деле, похоже на алый океан, где достаточно жесткие условия, где
уже достаточно много клиник, которые имеют репутацию, которые давно работают. Поэтому я единственное хочу пожелать новым, да, начинающим бизнесменам, чтобы они очень внимательно подходили, да, к выбору того места, да, как они, на какой сегмент будут ориентироваться. Вот. Ну и все получится у них. Главное желать и планировать. Спасибо. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, мы будем завершать. Спасибо всем за участие. Стоматологическая практика – одно из развивающихся направлений медицинского бизнеса. Базируется на весьма устойчивом спросе. За избавлением от острой зубной боли мы готовы отдать все, что у нас есть. Подводим итоги. Ниш для малого бизнеса почти не осталось. Большинство позиций на рынке заняли корпорации с огромными ресурсами и запасом прочности. Но кризис – это время появления новых небольших ниш, связанных с желанием как бизнеса, так и обычных людей экономить. Именно здесь и лежат большие возможности для организации нового бизнеса. Это ток-шоу «Бизнес-среда». С вами была Марина Романова. Смотрите нас, и бизнес станет понятным. До новых встреч!